Здравствуйте, в эфире «Импульс Севера», в студии Павел Прожогин. Поездка на Рай-Ис, площадка для сноубордистов, создание Федерации экстремальных видов спорта – это лишь малая часть идей, которую озвучила инициативная молодежь на встрече с Антоном Колодиным. Исполняющий обязанности главы Нового Уренгоя пообщался на площадке «Виадук» с ребятами и ответил на все интересующие их вопросы. Разговор получился очень конструктивным, отметил Антон Колодин в своем телеграм-канале и поделился роликом. Посмотрим вместе и узнаем, о чем думает молодежь. Сколько молодежи новоуренгойская. Вы не просто наше сегодня, вы наше будущее. У меня вопрос об открытии арт-резиденции «Сова». Есть какие-то сроки? Будет ли мерч для сотрудников? «Сову» открываем в конце года вместе с вами. По мерчу поддерживаю двумя руками. Вот площадку прям хочется для сноубордов. Я не против, просто из чего это сделать, рациональность посмотреть. Хорошо? Планируется ли открываться какая-то федерация экстремалов? Планируем, с курса не сходим, обещали, сделаем. Подумаем, кто его возглавит, но Новый Уренгой – это действительно экстремалы. Поддерживаем! Не стесняйтесь предлагать свои идеи, участвовать в общей жизни города, ну и общаться с нами как можно чаще. И даже если я гуляю на улице, можно остановить и искать свое предложение. Есть хорошая новость для водителей. С 20 июля откроют участок дороги по улице Магистральной от Ямальской до 26-го съезда КПСС. А еще возобновят движение от Магистральной до Сибирской. Участок по улице Ямальской был закрыт с конца мая. Там частично заменены инженерные коммуникации, сделано новое дорожное полотно, к тому же оно стало шире. Обустроены тротуары и сделаны поворотные полосы. Осталось только установить освещение. А вот другую улицу с середины сентября закроют. Закрываем с 20 числа последний участок улицы Сибирской, приступаем к последнему этапу ее реконструкции, в связи с чем проезд у нас будет закрыт. Обеспечить выезд с южного района города можно будет по улице Ямальской в сторону улицы Таежной, а также в сторону улицы Магистральной. В дальнейшем, недели через 2-3, мы планируем закрыть второй участок улицы Ямальской, ну и, соответственно, будем открывать участок по улице Крайней, чтобы как-то разгрузить транспортные потоки. Кроме изменений в дорожном ремонте, поменяются еще и схемы движения автобусов по маршрутам номер 2, 3, 6, 7 и 8. Подробности можно найти в официальных аккаунтах администрации города или же в диспетчерской МУПАД. Номер телефона на экране. В Новом Уренгое такое жаркое лето, что аж пальмы появились. Правда, они рукотворные. Топиарные фигуры установили на пешеходной дорожке вдоль центральной магистрали. Теперь они создают тень жирафу-байкеру. Уголок Африки появился в рамках благоустройства Нового Уренгоя. Так что в городе появилась еще одна точка притяжения. Теперь можно сделать экзотические фотографии, не выезжая за пределы газовой столицы. Хороший лайфхак для тех, кто проводит лето в Новом Уренгое и хочет обновить портфолио в соцсетях. А вот что точно не красит город, это брошенные машины. Они занимают парковочные места и мешают запланированным работам по благоустройству. Такой транспорт, получивший статус бесхозного, будет эвакуирован. В списке автохлама больше 30 единиц. Он опубликован в телеграм-каналах администрации города и департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. Важный момент, если владелец такого авто после эвакуации вдруг одумается, он сможет забрать свой транспорт, но придется оплатить расходы на эвакуацию и пребывание на спецстоянке. Такие случаи были, рассказали нам в департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса. Но это происходит нечасто. Все подробности вы можете узнать по телефону, номер которого на экране. В этом году 32 транспортных средства подлежат принудительной эвакуации, они будут передислоцированы на специализированную стоянку. Признаки, по которым автомобиль попадает под критерий автохлам, это частично или разукомплектованное транспортное средство, а также автомобиль, который долгое время не эксплуатировался владельцем. Продолжается расследование экологического преступления. Напомню, муниципальным инспектором попался водитель ассенизаторской машины, который сливал ее содержимое в тундре.
Эти отходы относятся к четвертому классу опасности, они наносят значительный ущерб экологии и могут серьезно навредить здоровью людей. О том, как вышли на нарушителя, нам рассказали в Департаменте общественной безопасности и гражданской защиты и дали совет, как поступать, если вы стали свидетелем, как кто-то загрязняет тундру. Муниципальная инспекция при обследовании земельных участков в тундре зафиксировала слив жидких бытовых отходов. Инспекторы пресекли нарушение и вызвали сотрудников полиции. Все имеющиеся материалы, которым прилагаются в том числе видео и фотофиксации, направлены в МВД для установления всех фактов правонарушения и привлечения виновных к ответственности. Если вы стали свидетелем подобного правонарушения, незамедлительно сообщайте по телефону 02 либо в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. Или присылайте в наш телеграм-канал фото и видео с указанием госномера автомобиля нарушителя и его геолокации. Чистая вода – одна из жизненно важных потребностей человека. Мы получаем ее через водопровод. Представьте, каково было жителям дома 5-1 в Советском, когда они обнаружили, из крана у них льется непонятно что. Это видео возмущенные жильцы выложили в Нурчат и прислали нам. Они также позвонили в аварийные службы. Городская компания, которая отвечает за центральное водоснабжение, начала отработку обращения сразу же накануне вечером. В микрорайон Советский, где в одном из домов из крана потекла сомнительная жидкость, отправился дежурный слесарь, сантехник. Обследовали свои сети холодного водоснабжения в границах обслуживания. Порывов не обнаружено. Была вызвана управляющая компания этого дома. Были отобраны пробы контрольные холодной воды на воде в здание. Цвет воды был прозрачный, запаха никакого постороннего не было. Управляющая компания присутствовала, визуально убедилась, что с нашей трассы системы холодного водоснабжения централизованная вода поступает надлежащего качества. Приступили к обследованию своих внутренних сетей. Я бы вообще порекомендовал, но это практика общая, жильцам первоначально звонить в управляющие компании свои, а не в Уренгой горводоканал, в Уренгой теплогенерацию. Потому что внутренние сети обслуживают управляющие компании. Какие переключения оперативные по запорной арматуре они производят, мы не владеем этой ситуацией. Мы отвечаем за централизованные системы водоснабжения города, которые подают по всему городу воду. Один шанс может быть такой из 100, что качество воды на одном конкретном доме изменилось, может быть по вине Уренгой горводоканала, но это либо порыв на сетях водоснабжения, подводящих конкретно к этому дому. А так, если какой-то серьезный порыв, либо качество не соответствует, которое мы поставляем в город, но такого не может быть из-за глобальной аварии, страдает в основном группа домов, микрорайоны, целые, прям северная часть города, либо южная. А отдельно стоящий дом и несколько квартир, но это однозначно проблема на внутренних сетях дома, за это отвечают управляющие компании. Мы связались с руководством управляющей компании, это Уренгой жилсервис. Причина ухудшения качества воды выясняется. Как только узнаем подробности, обязательно поделимся с вами. И возвращаемся к летнему позитиву. Сделать снимок в Новом Уренгое можно не только с пальмами и жирафом. За интересный кадр можно и приз получить. Фотоэстафета «Нур в сердце» переходит на новую локацию. Третий этап городского фотоконкурса уже идет. Правила для участия остались прежними. С 15 июля по 2 августа выложите на странице ВКонтакте фотографию с площади памяти. Поставьте геолокацию и хэштеги «Новый Уренгой», «Ямал» и «Нур в сердце». И оставьте ссылку под постом о конкурсе в группе «Импульс Севера». Победителя определит бот-помощник. Новоуренгойцы в целом люди очень активны. Их волнует, почему на других территориях округа 8 сентября пройдут выборы, а в нашем городе нет. Все связано с тем, что сразу в трех муниципалитетах истекают полномочия местных дум. Еще в одном одномандатном избирательном округе пройдут до выборы депутатов в Тюменскую облдуму. Газовая столица в число этих муниципалитетов не входит. Две избирательные кампании, в которых примут участие новоуренгойцы, состоятся в будущем году. Выбирать мы будем депутатов в городскую думу и Заксобрание региона.
у нас так называемый в сентябре будет межвыборный период. Вот мы избрали в марте президента, в сентябре у нас выборы не запланированы. Однако на территории Ямала в некоторых муниципальных образованиях будут проходить избирательные кампании. В трех муниципалитетах будут избирать депутатов городской думы, так как у них истекает срок полномочий. Это в городе Салехард, Ноябрьске и в городе Губкинский. Также будут проходить на территории Ямала дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу номер 3. Это избирательный округ Муравленковский. В границы этого округа входят, опять же таки, город Ноябрьск, город Муравленко и поселок Ханемей, который входит в состав у нас Пуровского района. Вот такие избирательные кампании будут проходить в сентябре 2024 года. Новый Уренгой пока что готовится к избирательным кампаниям 2025 года. Завтра выйдет в свет новый номер городской газеты «Правда Севера», на страницах которой наши корреспонденты расскажут вам все о строительстве и ремонте городских объектов и сроках завершения работ. Вы узнаете о том, откуда начался новый Уренгой и как попасть на бесплатную экскурсию. А кроме интересной информации, есть еще и полезная. Почему высокое артериальное давление опасно для жизни и можно ли вылечиться от гипертонии? И в выходные вас ждет не только свежая пресса. В воскресенье, 21 июля, мы весь день будем транслировать сериалы. Включайте 22-ю кнопку, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Отмечу, за просмотр сериалов еще и подарки раздают. Следите за нашими постами в телеграм-канале «Импульс Севера». Там порадуют одного из телезрителей. Моя чужая дочка. Он же тебе не нужен все равно. Мне очень даже пригодится. Йоту обрехать не успел, как мама. Я беременна. Люблю отца и сына. Город маленький, сплетни всякие. Отдых на диване за просмотром сериала не для всех. Яркий пример – новоуренгоец Александр Еликов. Он в компании единомышленников колесит по нашей необъятной стране. Делают путешественники это на машине. Что в этом необычного, скажете вы? Просто в качестве авто они выбрали «Москвич» 1981 года выпуска. За несколько лет команда совершила множество дальних поездок в Тверь, Москву и даже на Чукотку. Недавно Александр и его друзья повторили рекорд, отправившись на своем железном коне лаймового цвета в Магадан. О путешествиях по бездорожью и зимникам расскажет Юлия Шаркова. По этому атласу мы поехали на старом москвиче по зимникам. Марчики. По зимнику и на паромах, в бездорожье и по асфальту. Тысячи километров наматывает новоуренгоец Александр Еликов вместе с компанией единомышленников. Недавно они на москвиче лаймового цвета съездили в Магадан. Не ближний свет. Да и тем более на машине 1981 года выпуска. А началась эта история, когда Александру было всего 18 лет. Тогда он угнал у папы москвич и отправился в Тверь из Нового Уренгоя. По пути с ним происходили разные приключения, в том числе поломка авто. Но он все-таки доехал. С тех пор это мне так понравилось путешествовать. С тех пор я начал каждый первый день своего отпуска садиться за руль и ехать туда, где я не был никогда. Вот, в том числе и на разных москвичах. А прошло там 27 лет с того момента. И у меня дома все это время хранился атлас, папин атлас, по которому я тогда ехал из Уренгоя. И я... Мне не давала покоя та поездка, потому что за все эти годы, за все эти мои путешествия, за все эти мировые рекорды и прочие какие-то достижения, она была самой яркой, самой впечатляющей, самой запоминающейся. И мне хотелось ее повторить. И с каждым годом это желание было все больше и больше. В итоге Александр понял, что хочет повторить тот самый первый свой путь, Новый Уренгой-Тверь. И полтора года назад, в первых числах января, купил автомобиль, такой же, как тогда был у его папы. На этот раз он решил поехать на машине по обратному пути, из Твери в Новый Уренгой. Собрал компанию друзей, и начали они путешествовать вчетвером. И мы поехали именно по тому же самому атласу, прям по тому же самому, на таком же москвиче мы отправились проделать этот путь в 4000 километров, Тверь, Новый Уренгой. А, причем так как дороги-то не было тогда, я ехал по бездорожью, по зимникам, зимой по зимникам мы ездили в отпуск с Уренгоя, а летом мы плавали на пароме.
Когда приехали в газовую столицу, поняли, хотят продолжать. Дождались лета и снова отправились в путешествие. И вот уже полтора года они колесят по России. Этим летом компания полностью проехала трассу Вилюй. Через всю Якутию добрались до Якутска и оттуда поехали по трассе Колыма в Магадан. Многие путешественники, преодолевшие эту трассу, рассказывают о трудностях, встречающихся на их пути. Но для компании наших героев преград почти не было. Разве что во время непогоды поставить палатку из-за медведей было небезопасно. Приходилось искать ночлег. Так они, например, ночевали у дорожных рабочих. Сейчас Александр Еликов вместе с друзьями готовятся к новому путешествию, выбирая очередной интересный маршрут. Юлия Шаркова, информационное агентство «Импульс Севера». Это москвич-полярник. Залог успеха в путешествии – хорошая подготовка, особенно если это автовояж. Моя коллега Айона Ядни расскажет, как подготовиться к долгой дороге на машине и что взять с собой. А теперь спойлер – дорога и до Полярного Урала доведет. В отпуск можно и на автомобиле поехать. Как говорится в одной старой советской кинокомедии, ты только не обижайся, я тебе один умную вещь скажу. Что значит, попридержите коней. Прежде чем отправиться в автопутешествие, нужно хорошо спланировать маршрут и подготовить автомобиль. Этим мы сейчас и займемся. О, нет, я уже ничего не боюсь. У меня в дороге и генератор ломался, и приходилось ремни менять, и предохранители. Так что первым делом мы поедем на СТО и все проверим. Нейтралка без ручника. Ну, у вас ремень чуть-чуть слабоватый. Подтянуть немножко нужен будет. Также осматриваем сверху на утечки масла, а также антифриза. Чаще всего бежит сзади. У вас здесь все сухо. Что чаще всего ломается в дороге? Трудно сказать, но в основном бывает связано с ходовкой. Это ступичные подшипники, отказывают тормоза. Может что-то с топливной системой произойти. Здесь смотрим на предмет утечки масла тоже. Кстати, здесь есть небольшая утечка масла. Визуальный осмотр пыльников шаровых опор, пыльников приводов, стоек, редуктор. Заменить сальник заднего хвостовика редуктора, он потому что подтекает, и подтекает очень сильно. Потом сальник внутреннего привода левого, он тоже подтекает. И также заменить рулевые наконечники, вернее, рулевую трапецию в сборе. А куда вы собираетесь, кстати, поехать? Поеду на Полярный Урал сначала до Надыма, потом в Салехард, с Салехарда уже в Харп. В общем, вот проеду 700 километров. Отправляясь в дорогу, проверьте аварийный комплект. У вас обязательно должна быть аптечка. Она у меня есть. Смотрим. Также у вас обязательно должен быть знак аварийной остановки и жилет. И еще огнетушитель, на всякий случай. Также пусковые провода, но у меня их нет, у меня есть запасной аккумулятор. К нему в крабике, что тоже подойдет. А еще в машине должен быть трос на случай, если вам понадобится помощь или кому-нибудь другому. Также обязательно должен быть компрессор, базовый набор ключей и домкрат. Ремкомплекта у меня тоже нет, но есть запасное колесо. И, надеюсь, оно мне не пригодится. Помним о расходниках, об антифризе, о моторном масле. Я еще взяла запасные ремни для генератора и канистры для бензина. А при малейшей усталости госавтоинспекция рекомендует останавливаться на отдых. И тут я с ними соглашусь. Лучше ехать дольше, но увереннее, чем гнать и приехать как выжатый лимон. We'll be right back.
к этому часу у меня все. Смотрите «Импульс», будьте в курсе событий. Пока!